Пилоты будущего. Региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов. Движение первых прошел на базе инновационного колледжа. В нем приняли участие 17 команд из разных уголков республики. Это участники из Махачкалы, Дербента, Кизлярского, Кайтакского, Магромкентского и Агульского районов. Сегодня в рамках всероссийского конкурса «Пилоты будущего» мы проводим региональный этап чемпионат пилотирования дронов. Чемпионат особенный и формат впервые такой, когда в рамках специальной симуляционной программы ребята могут доказать что и показать, что у нас есть лучшие пилоты, пилоты будущего. Участники продемонстрировали знания устройства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, подсоревновались на симуляторе гонки дронов и прошли тестирование. В команде два пилота, инженер-техник и наставник. Организаторы отмечают, проект помогает максимально раскрыть потенциал детей и подростков. Это беспилотные авиационные системы. Сергей Кравцов в своем выступлении обозначил, что 300 школ регионов будут оснащены оборудованием для обучения, подготовки кадров по этому направлению. Мы тоже предоставили свою площадку по инициативе руководителей российского движения, регионального движения детей и молодежи.